Сегодня официальная делегация китайской провинции Фуцзянь прибыла в Карелию. В ходе визита она посетила канализационные очистные сооружения Петрозаводска и приняла участие в совещании Министерства экономического развития республики. Обсуждались вопросы сотрудничества в сферах строительства, ЖКХ и благоустройства, а также возможность участия китайской стороны в реконструкции очистных сооружений Петрозаводска. В течение этого года китайская делегация была в Карелии уже несколько раз. Визиты проходят в рамках соглашения между провинцией Фуцзянь и нашей республикой.